Проект решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово-Южное за 2021 год. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное. Проведение публичных слушаний назначено решением Совета депутатов от 11 мая 2022 года за номером СД-0529 о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово-Южное за 2021 год. Решение о назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово-Южное за 2021 год опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» за номером 12, дата выхода 23 мая 2022 года и размещено на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово-Южное.